Меня зовут Баландина Анастасия, и в компании я работаю с 2020 года. Свой путь в компании я начала на должности специалиста офиса продаж и обслуживания клиентов, а на данный момент руковожу офисами продаж и обслуживания клиентов в Саратове, Энгельсе и Балаково. Основная цель моей работы – это контроль качества обслуживания клиентов, которые обращаются к нам за решением вопросов. И в настоящее время работа мной выстроена так, что все специалисты являются универсалами и отвечают на вопросы клиента вне зависимости от категории – физическое лицо, юридическое лицо или управляющая компания. За это время удалось создать команду профессионалов, благодаря которым все вопросы клиента решаются здесь и сейчас. Мы всегда открыты для любого клиента в решении всех вопросов. Мы каждый день стараемся улучшить нашу работу и предлагаем нашим клиентам подключить личный кабинет, где, не выходя из дома, можно передать показания, произвести оплату, а также написать обращение в нашу компанию. Для тех клиентов, у которых нет возможности установить приложение, мы установили зону самообслуживания, где все клиенты могут передать показания и произвести оплату в офисе.